Жертвой мошенников стал мужчина, который решил подарить сыну машинку-перевертыш. Саровчанин долго выбирал игрушку в интернете. На одном из сайтов его привлекла акция на товар. Покупка обошлась отцу в 4990 рублей. Посылку нужно было оплатить при получении. Но до этого момента посмотреть, что в ней находится, нельзя. Он оплатил в полном размере, вскрыл посылку. Там оказалось в посылке дешевые китайские часы и забитое остальное пространство бумагой. Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, стоит отказаться от покупок в непроверенных интернет-магазинах и у продавцов с плохими отзывами. Сотрудники ГИБДД зафиксировали ДТП на проспекте Музрукова. Женщина повредила фонарный столб. Водитель утверждает, что ее машину подрезал другой автомобиль. Она не смогла справиться с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в световую опору. За подобное совершение дорожно-транспортного происшествия, при котором страдают либо дорожные знаки, либо иные средства организации дорожного движения, а световая опора – это также средство организации дорожного движения, виновное лицо в ДТП подлежит административной ответственности по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. Авария обошлась без телесных повреждений. За порчу фонарного столба женщине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.